Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые гости урбанистического форума. Мы приветствуем вас на панельной дискуссии, посвященной иммунной системе города. Так сложилось, что сегодня мы сфокусировали внимание на вакцинации, потому что коронавирус представляет серьезную угрозу для человечества. Об этом говорят представители здравоохранения, об этом говорят городские власти, и все усилия направлены сейчас на иммунизацию. В то же время никуда не делись проблемы, связанные с неинфекционными заболеваниями, такими как диабет, артериальная гипертония, инсульты, инфаркты. И исследования показывают, что причиной в числе может быть и городская среда. И поэтому сейчас стоит вопрос, что же делать с городской средой, которая повышает уровень тревоги на 20%, повышает уровень депрессии на 40%, способствует ожирению диабета и делает этих людей в том числе более уязвимыми к коронавирусу, чтобы среда действительно стала оздоровляющей, исцеляющей. Для решения этой проблемы недостаточно компетенций врачей. Сегодня архитекторы, проектировщики оказывают более глобальное влияние на здоровье людей. В зависимости от того, как они спроектируют наши дома, школы, медицинские учреждения, общественные сооружения, будет зависеть, будут ли люди чаще кашлять, заражаться, болеть или станут более работоспособными и счастливыми. И для решения этой проблемы нужно междисциплинарное взаимодействие. Именно такой состав у нас сегодня на панельной дискуссии, который позволит нам обсудить существующие проблемы и предложить какие-то наиболее эффективные уже существующие международные практики. Разрешите представить вам участников сегодняшней панели. Пожалуйста, подключите наших международных экспертов. Это Мухаммед Аюб, директор по дизайну HDR Нью-Йорк. Это одно из самых успешных и известных архитектурных бюро, которые строили учреждения в Соединенных Штатах Америки и теперь самые уникальные проекты реализуют в Арабских Эмиратах. Это министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Иванович Хрипун. Вы знаете, что Москва сегодня оснащена как никогда медицинским оборудованием, и доступность медицинской помощи тоже очень высокая, и в этом в том числе заслуга Алексея Ивановича. Еще один участник нашей программы, нашей панельной дискуссии – это архитектор, инженер и одновременно музыкант. Он основал компанию Graft Lab, которая действительно соединила искусство, науку и архитектуру. Следующим участником нашей дискуссии будет Джон Купер, основатель, генеральный директор Джон Купер Architecture. Джон Купер известен как проектировщик устойчивых медицинских учреждений и научный руководитель Международного конгресса по здоровой архитектуре медицинских учреждений. Он будет участвовать в нашей дискуссии. Сегодня вместе с нами в зале присутствует Тимур Андербаев, директор по проектированию строительства и эксплуатации самого инновационного народно-медицинского учреждения в Москве, а может быть в Восточной Европе, международного медицинского кластера Сколково. И, похоже, мы объявили всех участников. Значит, дискуссия будет происходить следующим образом. Первое ключевое сообщение сделает Мухаммед Аюб, 10 минут. Затем каждый спикер получит возможность представить свое видение проблемы в течение 7 минут для того, чтобы у нас осталось хотя бы минут 5-10 заключений для подведения итогов. Итак, Мухаммед Аюб, пожалуйста, представьте, пожалуйста, ваше видение медицинского учреждения будущего. Мы знаем, что вы проектируете проекты, в которых соединяете культурные традиции с требованиями современной медицины. Каким должно быть учреждение будущего? Как мы сможем также построить учреждение, которое позволит нам быть более
резилиентными по отношению к угрозам различных инфекций. Вам слово и 10 минут на выступление. Пожалуйста. Я хотел бы от всей души поблагодарить организаторов Московского урбанистического форума за прекрасную возможность обсудить ту проблему, которой я занимаюсь. Это как раз называется дизайн в эпоху пандемии. И Всемирная организация здравоохранения поставила соответствующие задачи, связанные с физическим и ментальным здоровьем в эпоху ковида. Это связано с проведением операций. И действительно, мы смотрим на то, как проектирование сочетается со всеми вышеозначенными задачами. И мы приобрели соответствующий опыт в этом направлении. И мы сфокусированы на проблемах людей, человечества, пациентов, также wellness и дизайне и культуре. И мы здесь представили наш опыт в отношении того, как мы за последние 8 месяцев поработали на глобальном уровне. Мы работаем практически везде, внедряя свои особые дизайн-системы. И вы, наверное, знаете, что о том, что именно взаимодействие с природой является основным компонентом дизайна. И нам необходимо говорить о том, как на интуитивном уровне мы можем наладить наилучшую атмосферу, чтобы снизить стресс, тревогу, возбуждение. Иногда это бывает достаточно сложным, но это те элементы дизайна, проектирования, с которыми мы непосредственно работаем и соприкасаемся. Вот я показываю вам те примеры в Кливленде, в Соединенных Штатах, Кливленд Клиник Абу-Даби, в Соединенных Штатах, в Китае. И здесь есть определенные преимущества, определенные заслуги локальной культуры. И мы сумели соединить наш дизайн с местной культурой. И давайте мы начнем с термина «эпидемиологический дизайн» или «конструкция». Но также мы говорим о таком дизайне, который помогает побеждать пандемию и реагировать на нее соответствующим образом. Каким образом мы можем выстраивать такие здания, создавать такую атмосферу, которая благоприятна в случае болезни и пандемии? Конечно, мы говорим о том, что именно природные ресурсы несут в себе ту самую мудрость, на которую нам стоит обратить внимание. И когда мы говорим о конструкции госпиталей, гостиниц, мы говорим о некой изоляции. Кстати, за последние 8 месяцев мы вдоволь насладились этой изоляцией из-за ковида. Все сидели в локдауне. И сейчас мы считаем, что это глобальная проблема, и мы не думали раньше о том, как меняются поведенческие паттерны, как дизайн и среда влияют на поведение человека. Каким образом мы сможем воплотить новые идеи в дизайне? И как мы можем использовать открытые пространства? Иногда мы какие-то делаем помещения, которые называются трансформером. Иногда мы считаем, что открытое пространство, open space, гораздо лучше подойдет перестройки и новому дизайну. Что-то, может быть, в сочетании пойдет. Но поэтому мы должны опираться на локальные культуры и предусматривать эти возможности. Но при этом мы еще должны менять свои поведенческие привычки на глобальном уровне. И также учитывать то, что находится по соседству с любым медицинским учреждением. Это является частью нашего дизайна в сочетании также с wellness и другими возможностями. Это дает нам гибкость в отношении того, чтобы создать такую среду, которая была бы благоприятной, и соответствующие безопасные условия создать для наших
больниц, потому что пациенты, семьи, доктора, медсестры, персонал, все на передовой находятся. И нам нужно предусмотреть вот эти удобные условия. И какие же возможности мы можем привнести, чтобы создать такую гибкость и оградить вышеозначенных лиц от неудобств и пандемии? Необходимо предоставить соответствующий подход, необходимо предоставлять определенный тренинг плюс образование, и также нам нужно непосредственно вовлекать пациента во взаимодействие с нами, что очень важно, в том числе и для безопасности для персонала. Мы понимаем, что персонал находится под постоянным прессингом, и поэтому, когда люди находятся в изоляции, стресс непременно возникает. И каковы же результаты, и каковы же преимущества того, как мы адаптируем наши дизайнерские возможности под новые условия? Ну вот, например, здесь представлен такой коворкинг, такие сьюты по коворкингу внутри кампуса по клиническому здоровью. И здесь мы понимаем, что люди находятся под давлением, под стрессом, и это нужно учитывать. Но все мы, в общем-то, ходим по земле, но каким образом нам работать в едином порыве, в одном направлении, направлять людей в нужном направлении? И это как раз связано прежде всего с безопасностью для врачей, для медсестер. И тоже мы говорим о средствах индивидуальной защиты, что очень важно также для персонала. Но здесь я хотел бы представить вам такую глобальную схему того, что необходимо учитывать при адаптации и при новом конструировании и проектировании. То есть здесь учитываются также и парковки, и использование крыши, и также временные объекты, также сады, далее телефоны, также драйв-сру и вокапы. И вот здесь мы используем абсолютно новые подходы. Мы можем организовать подобное пространство непосредственно в саду. Это функциональный момент, эмоциональный момент. Еще один вопрос, который я хотел бы осветить, это связано с опытом и безопасностью пациентов и как они в данном пространстве могут взаимодействовать. Оратора не слышно. Оратора не слышно. Оратора не слышно, прошу прощения. Уважаемые коллеги, пока восстановят связь, я хочу сказать, что то, что представлял наш первый спикер, представляет собой идею салютогенного дизайна. Эта идея была сформулирована в 2001 году Аланом Дилани, основателем Международной академии дизайна и здоровья, на основе теории салютогенеза Арена Антоновского, в соответствии с которой наша среда может как приводить к болезни, так и улучшать здоровье. И в связи с этим мы можем построить такую среду, которая будет не просто безопасной, есть такое правило медицины, не навреди, но еще будет способствовать улучшению функционирования, улучшению резилиентности, о которой мы сейчас говорим, по отношению не только к коронавирусу, но и другим угрозам. И сегодня в Москве беспрецедентные приняты меры для того, чтобы защитить людей от проблемы коронавируса и защитить, укрепить их здоровье. Сегодня горожане могут пойти в парк или в универмаг, или в офис, сделать прививку или проверить свое здоровье. И я обращаюсь к министру правительства Москвы Алексею Ивановичу Хрипуну. Каким вы видите наше здравоохранение будущего? Что это будет? Мега, огромные, оснащенные больницы? Или в каждом подъезде, в каждом парке будет команда врачей, которая будет проверять здоровье, воодушевлять людей заниматься спортом, правильно питаться? Что ждет
Москву в этом отношении. Также хотим спросить у вас, какие инновации, может быть, какой опыт вы получили в связи с этой эпидемией в отношении инноваций для повышения инфекционной устойчивости в учреждениях здравоохранения города Москвы. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы в Москве строим город для удобной, комфортной и счастливой жизни. И, конечно же, система здравоохранения в этом смысле является важнейшей составляющей этой стратегии. Немножко необычное, как бы, название нашей секции – иммунная система города. Мы знаем, что такое иммунитет человека. Это защитная система, его собственная. Поэтому в переносном смысле, наверное, название панельной дискуссии отвечает ее сути. Мы говорим о системе защиты в городе, о создании некой среды, которая защищает и одновременно исцеляет. Особенно важно это для... Слайд, объясните, пожалуйста. Особенно важно это для тех городов и населенных пунктов, в которых сосредоточено большое количество людей, где высокая плотность, высокая степень коммуникации, и в этом смысле Москва – один из крупнейших мегаполисов мира, это крупнейший российский хаб, это территория, на которой сосредоточены производства, научные офисы, жилье и многое другое с очень высокой степенью плотности. Сегодня в Москве постоянно проживает около 13 миллионов людей. Я комментирую то, что сказал. Это примерно 25 с лишним миллионов туристов в год. Это ежедневная миграция в московской агломерации, в Москву и обратно, порядка трех, как минимум 3 миллионов. Поэтому, если оценивать в целом московскую агломерацию, то Москва – это примерно 20 с лишним миллионов жителей. И поэтому такой огромный мегаполис требует именно тех подходов, о которых мы сегодня говорим. Если взять, например, систему здравоохранения города Москвы, то вы видите, что мы ежегодно госпитализируем более 2 миллионов человек, что в Москве рождается в пике до 136 тысяч младенцев, что у нас более 100 миллионов посещений поликлиник в год, это чуть-чуть не хватает до населения Российской Федерации. И некоторые другие цифры, которые свидетельствуют о том, что есть очень серьезные особенности, которые... города, которые диктуют необходимость современных правильных подходов к созданию той среды, которая защищает и исцеляет. Следующий, пожалуйста, слайд. Невозможно было, имея в виду те испытания, которые пришлись на долю москвичей и системы здравоохранения, начиная с весны прошлого года, невозможно было такую громадину, как город Москва, подготовить к такому испытанию в течение нескольких месяцев. Поэтому правительство Москвы планомерно, методично в течение 10 лет улучшало инфраструктуру и вообще в целом систему здравоохранения города Москвы, имея стратегическую цель создать компактную, но очень эффективную, экологически выгодную систему здравоохранения. Мы прошли очень большой путь в этом смысле. Я могу сказать, что количество юридических лиц в среди медицинских организаций сократилось практически втрое в Москве. Мы значительно сократили количество стационаров, которые раньше располагались в приспособленных помещениях, в случайно в свое время, десятилетиями назад выбранных для этого зданиях, в которых невозможно было реализовать в принципе ту стратегию, о которой мы сегодня с вами говорим. И более чем в 2,5 раза количество, например, стационаров в Москве сократилось, но они стали мощными, насыщенными медицинским оборудованием и технологиями, способными пропускать очень большое количество пациентов через эти технологии. Одним словом, сделали большой шаг вперед. К началу пандемии... Могу сказать, что некоторые цифры привести, что в Москве приходилось 28 аппаратов, например, реанимационных коек на 100 тысяч населения и порядка 35 тысяч аппаратов ИВЛ.
на также 100 тысяч населения. Это очень важные цифры, потому что сегодня они позволяют беспрепятственно и свободно осуществлять респираторную поддержку пациентам в тяжелом состоянии, которые пострадали от коронавирусной инфекции. Мы очень легко в прошлом году развернули 26 тысяч коек стационарных, что впечатляет, конечно. Вот по оснащенности, например, реанимационными койками и аппаратами ИВЛ, это в три раза больше, чем в среднем в Европе. 26 тысяч коек можно было развернуть только в том случае, когда система является очень гибкой. Можно с одной стороны перепрофилировать соматические койки в инфекционные, с другой стороны открыть возможность оставшимся соматическим койкам принимать большие потоки больных. Вы видите некоторые цифры, которые свидетельствуют о том, что система работает очень напряженно и очень эффективно, и объем медицинской помощи огромный, который оказывается. Следующий слайд, пожалуйста. Одновременно мы получили новый импульс к серьезному развитию и совершенствованию инфекционной помощи в Москве, и в том числе в создании новой инфраструктуры. Вот посмотрите, в прошлом году началось строительство инфекционной больницы номер один. Это 100 тысяч квадратных метров, и это 600 новых коек, которые, с одной стороны, отвечают всем требованиям изоляции инфекционного больного, боксированные мельцеровские помещения, а с другой стороны, позволяют разместить очень серьезное оборудование, высокотехнологичное, включая визуализирующие методы диагностики, лабораторные методы диагностики, современные методы лечения, в том числе и инвазивного, в этом инфекционном корпусе. И в нем присутствует самое главное. Это изоляция, это возможность очень герметичной организации пространств с одновременным использованием высокотехнологичных методов очистки воздуха, включая фильтры высокой степени и некоторые другие принципы. По такому же принципу создан был стационар меньшего масштаба. Буквально две недели назад мы его открыли. Это детский инфекционный корпус в известной теперь во всем мире больнице в Коммунарке. Строятся и другие объекты. Следующий слайд, пожалуйста. Ни на секунду, ни на минуту не отличалась, не останавливалась стройка и ремонт. Я прошу прощения, с учетом того, что мы немножко, там первый доклад был сокращен, могу 2-3 минуты, да? Строительство и ремонт новой инфраструктуры в Москве. Вот идеально подходит к иллюстрации темы нашей сегодняшней дискуссии проект под названием «Стандарт московской поликлиники». Это капитальный ремонт с реконструкцией. Фактически от тех поликлиник, которые заходят в этот проект, остается только остов. Он насыщается новым интерьером, новыми технологиями, не медицинскими, новыми технологиями, медицинскими. Он отвечает принципам пространства, света, доступности, правильной маршрутизации, новой формы, в конце концов, новой идеологии, нового настроения, которое испытывает и человек, который туда приходит, и человек, который там работает. Следующий, пожалуйста, слайд. В конечном итоге мы 137 поликлиник таких сделаем до конца 2023 года, а 160 поликлиник плюсом еще 44 до большего количества. Принципы проектирования, о которых сегодня уже говорилось. Первое, что надо иметь в виду, что система московского здравоохранения сегодня это очень в известной серьезной степени цифровизация, которая позволяет организовать то, о чем мы сегодня говорим. Новые стандарты, в частности, работы с поступающими больными, которые реализованы через принцип «врач к пациенту». Это меняет маршрутизацию перемещения людей внутри медицинских учреждений, что способствует организации и пространства, и технологий, и настроения. Оснащение оборудованием. Важный принцип. То, что мы делаем, готовя площади к размещению нового оборудования, должно работать завтра, послезавтра и через несколько дней. Поэтому вот эта гибкость, она должна закладываться в проекты. Энергоэффективность, связанная с сохранением тепла, с новыми материалами, с новыми поверхностями, с новыми принципами коммуникации. И, конечно, особое внимание санитарно-эпидемиологической защите объектов медицинских, о чем я уже частично сказал. Следующий слайд, пожалуйста.
Коммунарка. Не только инфекционные больницы развиваются, не только поликлиники, но и продолжается строительство крупнейшего, одного из крупнейших в Европе комплексов больницы в Коммунарке. Вы видите, что это большой коечный фонд, это многопрофильный принцип. Сегодня Коммунарка работает только на коронавирус, но по мере того, как эпидемия будет отступать, это будет многопрофильная клиника, в первую очередь, которая сегодня сдана, и она полностью отвечает тем принципам, которые мы сегодня провозглашаем. Пространство, свет, технологичность, чистота воздуха, настроение, комфорт, коммуникации и так далее. За 40 дней мы сделали загородный госпиталь инфекционный в Вороново. Мы делали его как временный госпиталь. Он тоже отвечает этим требованиям. Это целый город инфекционных наших объектов. И получилось так, что сегодня это полноценный инфекционный госпиталь на перспективу. Он будет работать долго, и все там для этого есть. Следующий, пожалуйста, слайд. Центр Логинова, строящийся сейчас, тоже уникальное сооружение на 600 коек, который тоже отвечает тем требованиям, я уже об этом сегодня сказал. Просто как иллюстрация того, что эти принципы и проектирование, и строительство, и подхода к новым объектам, они сегодня в Москве реализуются. Следующий слайд. Алексей Иванович, спасибо большое. Я думаю, вы донесли эту мысль, что московское правительство не стремится не просто увеличивать объем коек, потому что есть такой парадокс. Чем больше строится больниц квадратных метров, тем больше становится больных. И московское правительство сейчас стало сужать дороги, чтобы меньше было машин. И в этом отношении вы не только строите больше коек, но еще меняете атмосферу, эмоции другие получают пациент. Потому что раньше боль, больница ассоциировалась с чем-то грустным, неизбежным, фатальным. Ваш редизайн этих учреждений вместе с высокими технологиями позволяет надеяться, что москвичи быстрее будут выздоравливать и будут более эффективными в своей деятельности. Да, спасибо. Из того, что я сказал, следует, что Москва в фарватере самых современных тенденций в проектировании, строительстве и организации процесса по защите здоровья населения. Мы это видим. Спасибо, что вы поделились. Я думаю, что участники смогут получить материалы и проконсультироваться в вашем департаменте, если захотят диссеминировать этот опыт. А сейчас мы переходим к следующему выступлению. Я хочу пригласить Джона Купера, который более 35 лет создает медицинское учреждение. И в связи с этим, Джон, выходите в эфир, пожалуйста. Джон, вы слышите нас? Да. Джон, скажите, пожалуйста, вот жизненный цикл здания составляет 30-50 лет, если он хорошо построен. А вот медицинские технологии очень быстро сейчас меняются. Еще через 5 лет компьютерный томограф, который занимает огромные площади, сейчас поместится у нас в кармане пиджака. Как в связи с этим должна меняться инфраструктура медицинских учреждений? Что вы скажете на этот счет? Да, доброе утро всем. У нас сейчас солнышко в Лондоне. Вот такой нашей экономики, такого рода, мы не можем проектировать так называемые одноразовые больницы. И жизненный цикл больниц должен быть, конечно, дольше, чем 30-40 лет. И достичь этого можно следующим образом. Мы говорили много, что в большую часть из 50 лет госпиталь должен полноценно функционировать. Здесь все опирается в экономику и финансы. Поэтому необходимо сделать следующее. Создать такой формат проектирования, чтобы розетку вынул, розетку всунул. Это некое такое шасси, такое это публичное пространство, общественное. Там, где люди подъезжают, вносят визиты как амбулаторные пациенты. И необходимо иметь еще выделенный такой частный сектор, сегрегированный, выделенный. И эта система должна быть разделена от клинических, то есть амбулаторные должны быть отделены от клинических мощностей. Это новая больница в Бразилии. Я хотел бы опять вспомнить опыт нашей медсестры Найтингейл. Все, о чем говорил Мохаммед,
Я как раз хотел говорить о том же самом почти. У нас общая точка зрения. Если мы не выведем, что необходимость дневного света, яркого света и его медицинский аспект, поэтому необходимо получить так называемая это плюшка, и все это помещается в спичечный коробок. Вот эти принципы должны быть использованы при проектировании больниц. И нет необходимости выводить клинические функции на уровень этажа первого, где 23 квадратных метра, если только не касается там радиационной терапии. Необходимы дополнительные структурные мощности. И нам надо создать такое пространство, которое будет легко адаптироваться. Все, что заложили в пациентов, должна быть достаточная резилиентность с точки зрения механических структур, электрической инфраструктуры, электроснабжения, потолки, планирования потолков. Так, чтобы можно было зайти и легко поменять через 10-15 лет вот эти все элементы инфраструктуры. Действительно, оборудование сейчас становится меньше, компактней, эргономика улучшается постоянно. Все это позволяет пациента снять с носилок и расположить его в аппарате МРТ с большим комфортом. И так действительно оборудование становится более компактным, а цели и задачи становятся шире. Поэтому необходимо предвидеть и заложить появление нового инструментария на будущее. И цифровая революция продолжается. Она настолько же важна, как и наше своевременное реагирование на вопросы климата. И это же заложено в наших ответных мерах. Это касается и нашей борьбы с ковидом. Мы сейчас должны увеличивать усилия по борьбе с хроническими болезнями, в том числе и на дому. И сейчас некие такие услуги миграционные, которые традиционно представлялись в больницах, сейчас их переносят ближе к пациентам, то есть в жилые районы. Необходимо начать по-новому подойти и понять то, что климатические вопросы, кризис вопроса климата настолько же важны, как и борьба с ковидом. И необходимо иметь такие больницы, которые имели бы нулевой углеродный след или стремиться к этому. И это приводит нас к действительно гибкому планированию пространства каждого этажа. Необходимо, конечно, заводить гораздо больше дневного света. Это и удобство, и комфорт как персонала, так и больных. Вот один из запросов, который ковид нам показал, что неудобные условия рабочие для персонала. Это серьезный удар. И, конечно, обеспечить надо доступ для комфортных условий. И это включает в себя дневной свет. Мы начинаем по-новому рассматривать работу и функционирование персонала. Необходимо изменить мышление, с большей степени признавать это. В городах все общественные здания, такие как больницы, поликлиники, имеют важную общественную функцию. Это важный аспект. И, конечно, в странах, таких как Великобритания, мы наблюдаем то, что мы наблюдаем, вымирание больших крупных улиц. Люди покупают, например, все больше товаров в интернете. И крупные такие исторические объекты в наших городах, они исчезают с маршрутов людей. А больница – это то место, где можно и починить человека, если так можно выразиться, и донести какие-то знания, да, образование получить по охране здоровья. И все это увязано с исследованиями наук, естественных, медицинских направлений, медицинских наук. Я вот думаю, это особо влияет. Здание Крипс, например, в Лондоне, в центре города. Мы начинаем здесь наблюдать то, что идет. Мы сейчас в фазе перестройки, это касается всего города. И здравоохранение в городе уже больше все связано с образованием, с исследованием биологических наук, медицинских наук по охране здоровья.
это становится все более важным компонентом и в вопросах жизни, функционирования всего города с точки зрения наличия рабочих мест в больницах. Крупная больница, в ней в течение дня находится около 5000 человек. Это ведь небольшой городок или большая деревня. Экономика тоже завязана на функционирование больницы. Это и новые рабочие места, и то, что больница дает городу. Поэтому вопрос, который вот вы задали, на него очень большой может быть ответ. Вы меня слышите? Да, Джон, спасибо за ваш анализ. Мы, конечно, действительно сейчас вошли в новую реальность. Технологии дают нам возможность делать какие-то анализы на дому, и можно сократить количество помещений, инфраструктуру медицинских зданий в медицинских больницах. И на место освободившейся площади должны прийти технологии, инфраструктура, которые позволяют людям, пациентам обучаться здоровью. Поскольку, если мы говорим об иммунитете города, то именно больничные учреждения могут стать таким местом, где человек получает обучение, как же все-таки не просто отремонтировать свой организм, а вести себя так, чтобы он больше не выходил из строя. То есть в каком-то смысле сделать такую прививку от других болезней. Мы благодарим Джона за его инсайты и переходим к следующему выступающему, и это Тимур Андарбаев, который возглавляет самый инновационный, пожалуй, медицинский кластер в России. Мы знаем, что в вашем центре будут собраны самые передовые технологии, но мы также знаем, что еще само здание построено по системе салютогенного дизайна, где стены в прямом смысле лечат. Расскажите, что это за такие принципы и технологии? Да, спасибо большое. Я отвечаю за проектирование и строительство международного медицинского кластера. На самом деле, я хотел бы сказать большое спасибо организаторам этого мероприятия за возможность участия в нем в такое непростое время. И я бы хотел сказать о нашем международном медицинском кластере в части проектирования и строительства. Да, действительно, мы находимся на территории Сколково, и наш кластер создан для того, чтобы нести трансфер иностранных технологий в части медицины, в части науки, образования, производства в сфере здравоохранения, чтобы наши врачи могли делиться опытом с иностранными врачами, а также мы могли разрабатывать на территории Сколково инновационные разработки в этих всех отраслях. Мы были созданы в 2015 году, и сейчас у нас порядка 858 тысяч квадратных метров в перспективной застройки. Сейчас мы активно осваиваем район Д1, который является нашим основным медицинским кварталом. И сейчас в строительстве находится порядка 240 тысяч квадратных метров. Мы уже открыли первый корпус, это диагностический корпус старейших израильской клиники Хадаса. Также в этом году мы открываем второй корпус Хадаса, это терапевтический корпус, в котором будут оказываться все услуги и все виды помощи с уклоном в онкологию. Также у нас перспективные застройки и в активном проектировании строительстве имеется французский революционный центр, также это университетский госпиталь Страсбурга, биотехнологическая лаборатория. Уникальный объект – это многофункциональный медицинский центр, я о нем позже расскажу. Также центр ядерной медицины и также есть инфраструктурные объекты, такие как апарт-отель. То есть это медицинский городок такой? По сути, да, это медицинский город, но вот я хотел сказать о том, что это не просто некоторое количество больниц на одной территории, это целая экосистема. То есть и здесь одним из важных факторов и задач наших является пациентоориентированность. То есть пациент стоит во главе и является основным фокусом нашей территории, то есть с момента нахождения нашей территории он должен быть защищен и он должен быть сопровождаться до места. Это осуществляется путем нахождения на территории перехватывающих парковок,
Также мы разделили потоки. У нас есть отдельный маршрут для общественного и автотранспорта. Также у нас есть отдельные сервисные потоки. И таким образом пациенты никогда не пересекутся с какими-то технологическими процессами, то есть вывоз мусора или поставка медикаментов. Но и для пациентов у нас есть особенность. Это прогулочный маршрут. То есть это территория Сколково в целом, она входит в достаточно большая территория благоустройства. И у нас не отдельные клиники с своим благоустройством, а можно сказать, это огромный парк, который пронизан различными медицинскими учреждениями. И таким образом мы уделяем огромное внимание благоустройству территории. У нас это различные сады, так называемые исцеляющие сады, мы их называем. В них можно либо уединиться, то есть пообщаться с семьей, либо наоборот это является фактором социализации. Допустим, мы в скором времени построим нашу центральную площадь, в которой можно будет проводить шоурумы, в которой можно будет мастер-классы проводить, и также там могут быть ярмарки, каток зимой и так далее. Вот. И вот в целом есть у нас несколько мест притяжения, которыми будут пользоваться жители Сколково, пациент из иностранных государств. Но, естественно, наверное, самым основным фактором нашего проектирования и строительства является сама архитектура зданий. Потому что наша архитектура, она уникальна. Все здания строятся по концепции иностранных архитекторов, которые работают долгое время с клиниками, которые мы привлекаем. И, соответственно, таким образом, когда мы воссоздаем архитектуру, логистику и потоки, и протоколы иностранных клиник, то мы таким образом можем привлечь и организовать трансфер технологий намного эффективнее. То есть врач приезжает, и он чувствует себя как дома. Вот. Таким образом, уже здесь коллеги очень многие сказали, что сейчас важным фактором является адаптивность. И вот один, наверное, из самых интересных объектов, который у нас есть, это медицинский молл, международный это многофункциональный медицинский центр, в котором могут располагаться под одной крышей сразу несколько клиник. Иностранные клиники, допустим, у нас сейчас предполагается там онкология, онкогематология, даже родильный дом. Все это позволяет сделать адаптивную архитектуру. То есть вы видите здесь несколько блоков, которые соединены между собой единым променадом, и эти блоки могут адаптироваться. То есть можно соединять блоки, можно их разделять. Это очень удобно, когда клиника растет, соответственно, и она может переселиться в отдельное здание, и некоторые малые клиники могут себя попробовать на территории Сколково, обучить нас чему-то, или, соответственно, могут использовать и делать реновацию. Тимур, спасибо. Мне кажется, вы донесли до нас ключевую мысль, что в вашем центре используются не только технологии медицинского оборудования, молекулярные стволовые клетки, а именно технологии общения пациента с врачами, создание комфортной среды для врачей, создание вообще среды для коммуникации родственников, самих пациентов и для знакомства с этой инфраструктурой. Это не очень похоже на больницу, похоже на такой, ну, если не парк зарядья, то какой-то достаточно привлекательный ландшафтно-архитектурный проект. И это пересекается с тем, о чем говорил Алексей Иванович, поскольку все медицинские учреждения грешили раньше очень серьезной энергонеэффективностью и экологическим следом. То есть мы старались помогать людям, при этом обрушаем экологию. Современ, вот ваши центры, те, о которых говорил Алексей Иванович, уже настроены на устойчивые принципы, да? Энергоэффективность, гибкость, приспособляемость к изменениям и в то же время в центре внимания здоровье, благополучие пациента и его окружающих. Спасибо большое. Спасибо большое. И мы приглашаем для следующего выступления нашего коллегу Томаса Виллимейта. Томас, пожалуйста, выходите в эфир. Мы все хорошо знаем, что в реанимациях сегодня, если мы подойдем к пациенту, мы увидим такую панель, где увидят показатели ЭКГ, насыщение крови кислородом, ЭЭГ, разные показатели. Если мы зайдем в пилоту кабины самолета, увидим много параметров, говорящих о характеристиках
самого самолета. А вот Томас Виллемейтер соединил вот эти две идеи и предлагает проект, где в палатах интенсивной терапии у пациента и у врача будет информация не только о состоянии больного, а о состоянии его окружающей среды. Температура, наличие дневного света, климат, акустический комфорт. Все эти параметры известно могут способствовать либо ухудшению состояния, или улучшать выздоровление. Мы попросим Томаса рассказать о его инновации, как ему удалось соединить науку, культуру, музыку и со знаниями о окружающей среде. Пожалуйста, Томас. Спасибо за приглашение выступить на Московском урбанистическом форуме. Я надеюсь, что тема моего доклада вписывается в общую тему панели. У меня, к сожалению, не было перевода, слышно, но мой русский совсем не уж так совершенен, поэтому я хочу рассказать вам. Я говорила о том, что вы... что пациент имеет ECG на пилотном уровне, что получаются данные еще на начальном уровне. Но вы сумели соединить все идеи. Лечение плюс окружающая среда, чтобы он себя лучше чувствовал в этом окружении, чтобы среда носила оздоровительный характер. Вы, которым я занимаюсь, он такой небольшой для палат интенсивной терапии ICU. Называется параметрический дизайн, рум-дизайн. И этот проект учитывает не только архитектурные параметры и процессы выздоровления, но как только мы подобные проекты осуществили, мы хотели собрать данные и свидетельства того, что наш дизайн, наша архитектура дает свои положительные плоды именно для пациента. И результаты лечения пациента оказываются гораздо более обнадеживающие. Мы говорили о госпитале Шарите, Берлинской больнице Шарите, отделом управления объектами компании Art+.com. И это исследовательский проект, параметрический дизайн, Dream Room Design. И мы специально модифицируем палаты интенсивной терапии, чтобы улучшить процесс выздоровления. И также мы рассматриваем такие факторы, как акустика, шум, температура, регулировка температуры, визуальные аспекты. Используемые материалы, свет, цвет, мультимедийные поверхности. И также другие факторы, которые вызывают стресс. И некоторые недосыпают. Люди дезориентированы иногда в пространстве, если им некомфортно в определенном пространстве. И поэтому очень много существует таких факторов, которые вызывают стресс. И поэтому нам нужно процесс выздоровления ускорить, убрать вот этот негативный компонент. Поэтому мы начали свой дизайн предлагать с использованием новых параметров. И это также очень важно для сотрудников, не только для больных, наладить вот такого рода пространство. И вот я хотел бы показать некий ситуационный план вот этого параметрического дизайна. И красным цветом отмечена в серединке территория, которая показывает некую такую смотровую, или там, где проходит исследование. И мы понимаем, что в основном трафик весь идет как раз через это пространство, например, сигналы тревоги, какие-то прочие алармы, которые беспокоят пациента, а их нужно, в общем-то, изолировать полностью от таких негативных стресс-факторов. И мы также сумели убедить производителей оборудование для палат интенсивной терапии, чтобы они модифицировали это оборудование.
и чтобы все сигналы тревоги были выведены непосредственно из палаты пациента, только проходило бы наблюдение, и все данные по пациенту на отдельные экраны были выведены, и чтобы можно было аккуратно и спокойно входить в комнату интенсивной терапии, палату интенсивной терапии, не тревожа пациента. И чтобы полностью там соблюдалась тишина, и люди смогли в течение дня спокойно засыпать и просыпаться. И нам было также интересно также отследить в своем дизайне ритмы дневного и ночного сна. И вот мы создали вот такое пространство атмосферное, чтобы отследили, что происходит в течение дня и в течение ночи, уровень шума, уровень других негативных воздействий оттестировали, и мы сумели улучшить это пространство. Есть такие факторы, которые можно оценить и измерить. И в дизайне мы учли некоторые такие позитивные модули и, скажем, учли какие-то формы или какие-то приятные воспоминания, когда вот вы засыпаете и смотрите какие-то коконы, которые используются в дизайне мебели, или будуар, и чтобы это вызывало только положительные эмоции, а не отрицательные. Поэтому, когда мы начали заниматься этим дизайном, мы четко должны были понимать само восприятие пациента и представление его об удобном пространстве. И мы, опять же, говорим о потолке, например, и всякие углы, которые тоже нависают над пациентом. Поэтому нам нужно было учесть все эти параметры и создать вот такую максимально удобную зону. Опять же, дневной свет также является очень важным фактором успокоительным. А если свет неудобный, то он вызывает, наоборот, образование нежелательное образование на теле человека, меланомы, например. И нужно иметь такой фиксированный цвет на экране в квадрате 2x2, и который бы вписывался в пространство. Ну, конечно, свет может быть искусственным, но сценарии освещения должны все-таки создаваться таким образом, чтобы глазу было приятно, чтобы благоприятно воспринимался этот свет. И где-то в 11 утра, например, если восходит такое искусственное солнце и начинает раздражать пациента, нужно как-то исправить это положение. И немножечко также свет уменьшать и по возможности. Поэтому и вот, чтобы снизить как раз образование вот этого вещества, которое вызывает меланому. И чтобы, опять же, и в дневное, и в ночное время обеспечить комфортный сон пациенту. Вот видите, здесь еще одно пространство с огромным экраном показано. И мы представили вот этот светодиодный экран, который какой весьма комфортный и позволяет также, например, высвечивать голубое небо, облака бегущие или плывущие, чтобы успокоить пациента. И также скорость движения облаков также важна для пациента. И как вообще это будет влиять на его жизненные показатели в том числе. И мы также позволили пациенту интерактивно поиграть вот с этими экранами. Они могут сами настраивать какую-то интересную для себя картинку на этом экране.
и с тем, чтобы мы понимали, как ему удобнее, используя такие специальные интерфейсы, и как, скажем, его мозг взаимодействует, его моторные функции взаимодействовать с экраном, с тем, чтобы дальше они способствовали все эти характеристики восстановлению всех его процессов. Это мультидисциплинарный такой аспект соединения визуального аспекта, также создание окружающей среды. Томас, вы меня слышите? Томас, прекрасная идея, чтобы пациент играл с окружающей средой. Но у нас буквально 30 секунд осталось для вашей презентации. Очень краткие вопросы. Скажите, а музыку вы предоставляете там хорошего качества, стерео? И как, скажем, музыка способствует излечению пациента? Да, конечно. Мы выбираем из их персонального плейлиста, чтобы они предпочитали, там у нас прекрасная акустическая система, и создание персональной такой среды, индивидуализация, создание такого дома для пациента как раз поставлено во главу угла. К сожалению, Томас, мы уже выбрали свой лимит времени. Спасибо большое. Мнение ведущих экспертов по проблеме. Как вы видите, сегодня инфекционисты сами по себе не смогут решить проблему здоровья, так же, как и терапевты, эндокринологи или неврологи. Должен быть междисциплинарный подход, но еще одними участниками проекта должны стать архитекторы, потому что они проектируют наши города, микрорайоны, и эта среда тоже делает нас здоровыми или больными. И сегодня мы как раз выслушали экспертов из разных направлений дисциплин, и архитектор Аюб рассказал, что сегодняшние медицинские учреждения строятся не только для того, чтобы подчинить человека, а создать среду стимулирующего выздоровления, помочь ему выйти к социализации. И большое внимание уделяется атмосфере, обстановке, которая имеется в больнице. И на это тратятся большие средства. В последнем докладе Томас Виллимейер рассказал, насколько важны такие простые вещи, как голубое небо и акустический комфорт. Мы сосредоточились на том, что стремимся создать и закапать новые лекарства или какие-то технологические инвазии совершить для выздоровления пациента. А оказывается, что создание акустической среды просто комфортной, прекратить звяканье этих шприцов по ночам и просто дать темноту ночью в реанимациях и биодинамический свет, солнечный свет в течение дня, позволяет улучшить состояние пациента лучше, чем самые современные даже лекарства. И сегодня есть технологии биодинамического освещения, которые позволяют в пасмурный день или в тех ситуациях, где нет доступа солнечного света, создать циркадианные ритмы. Утром холодный белый свет, днем теплый желтый. Сегодня есть система, позволяющая акустический комфорт создать. И не противопоставляя это технологиям и лекарствам, а вместе совмещая, мы можем действительно повысить качество медицинской помощи. И мы рады, что московское правительство взяло на вооружение вот эту идеологию, не, так сказать, держаться за старое, а собирать все лучшее, что есть в мире, для имплементации в городе. И, как говорил сегодня мэр Собянин, делать это быстро, не в каком-то обозримом будущем, а буквально на наших глазах медицина, здравоохранение меняется. Поэтому желаю всем участникам проекта новых творческих озарений для того, чтобы наша среда стала действительно более здоровой. Благодарю вас, дорогие участники, и вас, уважаемые зрители, за интерес к этой теме. До свидания.
Mark, can you hear me? Yes. I was great meeting you. I'm deep now. Whenever you are in Berlin, give me a ring. Absolutely. Likewise, if you're in New York, please. It's very nice meeting you. Bye-bye. I am honest, Victoria. Bye-bye. Great meeting you. Likewise, nice meeting you, Thomas. Yeah, it's not on the switch, the background.